Друзья, всем привет! С вами я, Юрий Хохлов, и вы смотрите программу «Жажда клёва». Сегодня я приехал на водоем совсем неподалеку от Волгограда, чтобы половить на поплавочную удочку с лодки в камышах. Ну а для того, чтобы наша рыбалка была максимально интересной, эффективной, ну и, конечно же, рыбной, нам нужно замесить прикормку. Прикормка у меня сегодня четырехкомпонентная, но несмотря на это, она очень и очень простая. В чем же секрет и хитрость этой прикормки? На самом деле все очень просто. Вот верхний слой, сюда я только что сейчас высыпал магазинную прикормку, которая предназначена для ловли сазана, карпа и карася. Достаточно крупная фракция. Здесь присутствует очень много дробленых, жареных зерен конопли. Чуть-чуть попозже объясню, для чего они нужны. А следующий слой, друзья, это дробленка, которой в этом водоеме иногда кормит рыбу. А если вы обратите внимание, то сейчас уже вечер. В Волгограде, в Волгоградской области сейчас очень-очень жарко. Самый разгар лета, и температура днем достигает примерно плюс 40 градусов. Поэтому для того, чтобы наша рыбалка была максимально комфортной, сейчас с вечера мы отправляемся на лодке в предполагаемое место ловли, основательно закармливаемся, а уже рано-рано с утра отправимся на саму рыбалку. Так, про прикормку продолжаем. Следующий слой – это кукуруза и зерна пшеницы. Это я все взял на ферме. Здесь выращивают очень много живности. Есть пернатые, там поросята, коровы, курицы, даже есть ослик. Дело в том, что ночью вот эта мелкая вся прикормка, она будет пылить и привлекать рыбу. Рыба здесь есть, ну, неплохих размеров, насколько мне известно. Есть карпик, есть сазан, есть хороший карась. И присутствует даже белая рыба, несмотря на то, что это, казалось бы, пруд. И вот чтобы удерживать нам рыбу в точке, крупные фракции нам и нужна. В то же время кукуруза и пшеница, она достаточно сильно насыщает рыбу. Желудок забивается, и после этого она перестает клевать. Так вот, друзья, зерна конопли, они, ну, если сказать по-человечески, вызывают у рыбы диарею. То есть рыба не чувствует насыщения, постоянно хочет есть, а когда присутствует крупная фракция и у нее освобождается желудок, кишечник, соответственно, рыба будет крутиться в этом месте. То есть вот то, что нам нужно, вечерний ночной закорм. Ну а рыбалка наша, друзья, сегодня будет проходить на водоеме под названием «Светлая ферма». Это 30 километров от Волгограда. Здесь на самом деле не только рыбалка, но еще немаловажно, сюда можно приезжать с детьми на отдых, знакомиться с животными. И также гости здесь могут остаться на несколько дней в доме фермера, где на самом деле очень комфортное проживание, а самое главное питание все со своего подворья. Можно вкусно, много и полезно кушать, наслаждаться природой вдали от городской суеты. Ну а сейчас я буду грузиться в лодку и отправляться на точку. Водоем очень большой, и выбрать точку достаточно сложно, но главное присмотреться, прочитать водоем, и станет все понятно. Посередине очень много камыша. И растет он на глубине примерно полметра.
Там сейчас делать нечего, потому что вода очень горячая, и рыба держится более глубоких участков. Этот водоем, он искусственный, его рыли. И вот здесь вот вдоль берега, где мы сейчас идем, идет, ну, так называемая канава. И визуально я посмотрел самое узкое место, где можно встать. Это вот позади меня такой выступающий мыс из камыша. И как я подозреваю, что недалеко от него уже будет вот этот самый свальчик. Ну, для того, чтобы нам до конца понять, какая глубина, у нас нету здесь никаких рыбопоисковых, конечно же, приборов, будем использовать весло. Давайте проверим глубину. Так, опускаем весло. Вот, примерно до уключины. Ну, вполне. Метра полтора где-то глубина здесь есть. А если подойти ближе к камышу, давайте прям вот так вот боком подгребем. Как Дед Мазай. Так, проверяем. Ну вот, смотрите, здесь уже на полметра глубина меньше. Это означает, что здесь идет такой небольшой свальчик, то, что нам нужно. Основная задача – это понять, на каком удалении от лодки будет поплавок и, соответственно, какие глубины, чтобы нам точно максимально закормиться. Друзья, обратите внимание, у меня на маховом удилище из самого кончика выходит отрезок резинки, так называемый фидер-гам, который будет позволять гасить рывки крупной рыбы. Я очень сильно надеюсь, что нам завтра с утра удастся с ней повстречаться. В петлю фидер-гама продеваем петлю от оснастки. Соответственно, в петлю от оснастки пропускаем мотовильца. Все, сейчас нужно найти дно при максимальном дальнем забросе. Этим лучше заниматься сейчас, вечера, чтобы завтра утром уже не тратить на это время и сразу приступить к рыбалке. Вот сейчас обратите внимание, поплавок стоит под наклоном. Это означает, что мой груз лежит сейчас на дне. То есть все. И поводок тоже полностью лежит на дне. Это примерно тот диапазон, где мы, собственно, будем ловить. Сейчас я посмотрю, что у нас с прикормкой. И после этого уже будем лепить шары и забрасывать. Ну, собственно, все, друзья. Наша вечерняя часть приготовления к рыбалке завершена. Увидимся утром. Друзья, с добрым утром. Солнышко только-только встает. На улице рассвет. И мы отправляемся в нашу закормленную точку. Вот оно, то самое место, где мы вчера закармливали рыбу. Сейчас зафиксируемся для того, чтобы наконец-то утолить свою жажду клёва. Ну вот, друзья, наша рыбалка началась. Я закинул удочку, на крючок сейчас подсадил сладкую консервированную кукурузу. Но на самом деле еще очень рано, поплавок плохо видно. Рыба по всему пруду плещется, прям постоянные всплески. Это говорит о том, что в пруду высокая активность у рыбы, и настрой на питание у нее явно есть. Если на кукурузку сейчас поклевок не будет, тогда буду уже экспериментировать и пробовать. У меня с собой есть червь и опарыш двух цветов. Ага. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, первая поклевка. Смотрите, какая неплохая рыбина. Это, по-моему,
Лещ под лещик. Судя по соплям, которые я вижу уже сейчас у меня на поводке, это лещик. Так, давайте сейчас я его подниму. Мне достаточно... Ух ты! Посмотрите. Тихо, тихо, тихо. Какая рыбина. Неплохой подлещик. Да тихо, дружок, я сейчас тебя буду отпускать. Неплохой подлещик. Попался первая рыба и сразу достойно очень хорошего размера. Кукурузку я поменял. Поставил червячка. И вот на червячка поклевка произошла. Уже на улице стало немножко посветлее. Поклевку было отчетливо видно. Смотрите, какая рыбка. Ну, слушайте, уже достойного такого засолочного кормового размера. Давайте я рыбку-то буду отпускать. Ух, нам она ни к чему. Давай, беги, дружок. И такой момент, друзья, обязательно. Вот эти вот все слизь, сопли нужно с поводка убирать. Как говорят, что они мешают. Рыба их чувствует, видит и, соответственно, боится. Вот посмотрите на размер крючка. Он, ну, действительно такой внушительного размера, из толстой проволоки, потому что в этом водоеме помимо подлещика есть хороший крупный карась, есть карп, есть даже сазан, притом волжский сазан. Потому что этот пруд, он соединен с волжскими какими-то каналами, протоками, поэтому здесь белая рыба вся, которая обитает в Волге, она здесь тоже присутствует. Поэтому у нас сразу первая рыба оказалась достойного хорошего размера. Если учитывать, что мы ловим на поплавочную удочку, ну, удовольствие очень такое прям незабываемое впечатление. Друзья, сейчас в ту смесь, которая у меня немножечко осталась со вчерашнего дня, я добавлю мелкодисперсную прикормку. Крупных частей нету. Кстати, с ароматом арахиса. Я даже скажу, по-моему, он здесь есть, этот молотый арахис. Сейчас мы все это до однородной смеси доведем и будем увлажнять. Пока у нас сейчас прикормка настаивается, попробую насадить опарыша красного цвета. Сегодня можно экспериментировать, у нас насадок очень много. Смотрите, как личинки извиваются на крючке. Также дополнительно привлекает рыбу. Оп, теребит, явно мелочевка. Притапливает поплавок. Сейчас, друзья, вот такие шарики налеплю. Потом, если что, можно будет докормить. Плотно сжимаю, чтобы они подольше работали на дне. Прикормка слегка переувлажненная. Намеренно это сделал, чтобы прикормка об удар о воду, либо когда она уже достигнет дна, не разваливался, а лежал вот именно вот таким комком и мутило. Потому что очень много мелкой рыбы, и я переживаю, что эта мелкая рыба, она в первую очередь на пылящую прикормку придет и не будет давать уже хорошим экземплярам садиться на крючок. Рыбка. Вот так, друзья. После закорма опять небольшой подлещик попался. Начинается, кстати, легкий такой ветерок. Появилась рябь на воде. Ну, совсем небольшая. Но, несмотря на это, заглотила крючок довольно-таки хорошо. Сработал снова червяк у нас. Хотелось бы сказать, что на водоеме комаров нет совсем. Ну, комфортно находиться. Просто кайф. Рыба, 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 рыба. Так, хорошее сопротивление. Опять подлещик. Попался у нас приятного, хорошего такого размера. На этот раз, кстати, друзья, сработал белый опарыш. Ловлю на разные насадки.
Смотрите, рыба, похоже, голодная, крючок прям полностью в пасти оказывается. Возможно, кстати, друзья, срабатывают те самые жареные конопляные семечки, которые не дают рыбе забить желудок, потому что прикормки на самом деле в точке очень много. Но вот рыба все-таки прям активно, жадно хватает. Парочку, наверное, свеженьких личинок я подсажу. Приятно находиться на водоеме. Такое ощущение, что я где-то в деревне. Вот прям как в деревне. Притом это недалеко от Волгограда. Буквально 30 километров. Есть. Ой, как сопротивляется. Как же приятно. Ой, друзья, это опять подлещик. Товарный подлещик, хороший. Опять на опарыша. На этот раз посмотрите, какой чистенький, светленький. Красавец. Так, на этот раз у нас пучок белого опарыша сработал. У меня такое ощущение, что на эту насадку больше у нас рыб клюет. Ну, смотрите, приятный, хороший подлещик. Сопротивляется отлично. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ох, друзья, а это что за гость у нас? Красноперка! Надо же! Ну вот кого-кого, но здесь красноперку я не ожидал. Вы посмотрите, какая красавица. О, плавники прям горят. Кстати, рыба очень бодрая, сильная. И она наполовину хищница, потому что очень часто красноперка попадается даже на вертушечки. Даже не знал, что в этом водоеме есть красноперка. Ну что, будем отпускать? Она прям еле-еле сидит у меня в руках. Хочет выпрыгнуть. Давай, беги. Оп. Вот еще один подлещик попался. На этот раз прям темненького цвета. Иди сюда, дружок. Все как на подбор. Примерно одного размера попадаются. Давай, давай крючок. Очень хорошо засекся. Смотрите. Отличная рыба на поплавок с утра. Давай. Кстати, ветер сейчас изменился. Он идет вот как раз строго в противоположном направлении вот этого канала, канавы глубоководной. И рыба стала лучше поклевывать. Вот. Ой! Поклевка, да такая резкая. Поплавок моментально прям ушел под воду. Сначала не понял, что за рыба, но теперь все ясно стало. Это красноперка. Красноперка очень атакует быстро, мощно. Небольшого размера, но бойкая. Друзья, смотрите, давай, прыгай сама. Ну, опа! С ладони, с переворотом и в воду. Есть, есть, есть. Поставил кукурузу. Ой-ой-ой-ой, ребята, это что-то уже посерьезнее, как будто. Ой-ой-ой, как гнет. Смотрите, поплавочек прям слегка загнул. Я пока даже не вижу, что это за рыба. По-моему, это здоровый лещ. А нет, это карп, друзья. Это карп. Красавец. Ой-ой-ой-ой, сильная рыба. Красавица, иди сюда, мой мальчик. Оп. Оп, оп. Вот за такими красавцами сюда и стоит приезжать. О, друзья, там без шансов. Полностью находится в пасти. Мне сейчас нужно будет доставать экстрактор для того, чтобы освободить этого красавца. Такого карпика очень приятно ловить. Все, друзья, освободили от крючка этого сазанчика. Давайте я еще раз его покажу, этого красавца. Ох, смотрите, какая рыба. Не то что подлещик. Жажду клёва с такими красавцами. Ух ты, можно утолить. Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно максимальное количество наживок брать с собой. Для того, чтобы, ну, во-первых, у вас была возможность проэкспериментировать, а во-вторых, понять именно на какую наживку будет клевать какая рыба. Вот, к примеру, на кукурузу с утра не было ни одной поклевки.
На червя отлично ловится подлещик, на опарыша тоже хорошо ловится подлещик, но вот на красного не очень, а вот непосредственно на белого хорошо, и даже попадалась красноперка. Вот. А вот кукуруза, как сейчас выяснилось, сразу только поменял опарыша на кукурузу, буквально прошло пару минут, поплавок прям тук-тук-тук, чуть-чуть прыгает, и все. Пожалуй, я сейчас буду все-таки в кукурузу упираться. Мне очень понравилось, как сопротивляется местный карп. Здесь также есть еще сазан и карась. Рыбалка наша продолжается. Солнышко уже начинает потихонечку вставать. Ветер раздувает волны. Я все-таки планирую закончить сегодняшнюю рыбалку до именно обеденного зноя. Не зря же все-таки мы с вечера прикармливали и не зря так рано вставали. Один из самых прекрасных моментов – это все-таки наблюдать за поплавком, когда вот именно крупная рыба на кукурузу, она хватает не как красноперка, допустим, раз и все. Это легкие-легкие такие покачивания идут. Потом поплавок начинает слегка перемещаться из стороны в сторону, возможно, только в одну сторону. Потом он немного наклоняется, это означает, что рыба взяла крючок и слегка сдвинула груз выше. И после этого она уже стартует. Друзья, снова на кукурузу. Ой-ой-ой-ой, хорошая поклевка, что-то с темной спиной. Ой-ой-ой, черныш, это похоже у нас карпик, друзья. Это такой карпик. Так бывает, рыба окрашивается в цвет дна водоема, если дно сильно заиленное, то рыба может быть темненького цвета. Сейчас посмотрим. Рыба снова убежала далеко от лодки, я не форсирую. Тут, наверное, все-таки был у нас, друзья, сазанчик. Если в этом водоеме такого цвета обитает карп, то тот был, наверное, сазан. Потому что сказали, что здесь есть сазан, а у той рыбы были такие красные, ярко выраженные красные оперение. Тихо, тихо, дружок. Оп! Ох, какая красивая рыба, посмотрите. И снова ведь сработала кукуруза, надо же. Вот это рыбалка, друзья. Вот это рыба. Кстати, здесь, друзья, на светлой ферме, где мы сегодня находимся, на рыбалке, можно в ресторане кушать не только ту продукцию, которая непосредственно здесь выращена, но и приготовить улов, к примеру, вот таких вот замечательных карпиков. Оп, есть. Ой-ой-ой-ой, друзья, ох ты, вот это ломоть. Я знал, что здесь есть караси, ну что, такие лапти. Вот это монстр. Посмотрите, какой красавец. Он, похоже, сразу не сдастся. Ох, пошел опять пошел. Давай, дружок. Он широкий, короткий, давит очень сильно, сопротивляется очень сильно. Хорошая рыба, хорошая рыба. Так, иди сюда, дружок. Также постараюсь тебя взять руками. Смотрите, как кружится он. Вот не хочет подходить. Давай сюда, мой маленький дружок. Хотя какой он маленький. Это хороший карасина, здоровый. Оп, ну, оп. Вдоль лодки. А, упрыгивает. Вот, друзья. Как говорится, рыба-карась никому не далась. А мне попался. Он круглый, мощный, с толстой спиной. Явный такой прям борец, то, что надо. Но вы сами все видели, как он сопротивлялся. Ну, реально очень круто. Также он заглотил очень глубоко, как и до этого сазанчик. И, друзья, наверное, можно сделать вывод, что рыба самая такая крупная здесь, которую я поймал, она вся попалась на кукурузу. Если вы хотите ловить подлещика, красноперку, то, наверное, стоит использовать червя и опарыша. А если вы хотите ловить вот таких вот красавцев на светлой ферме, неподалеку от Волгограда, как я, то обязательно берите с собой сладкую консервированную кукурузу. Ну и, конечно же, не забывайте отпускать рыбу
Давай, беги домой. Сколько он доставил мне удовольствия. Ну что, друзья, как, собственно, я и хотел, управиться до обеда, получить массу эмоций, утолить свою жажду клёва до обеда. У меня это получилось. Получилось потому, что все мы, наверное, сделали все-таки правильно. Закормились по прохладе с вечера, вышли на воду рано утром, отловились. Прекрасно отловились, поймали все виды рыб, которые здесь, в принципе, есть. И подлещик, и красноперку, как неожиданно это бы не звучало. Попался небольшой сазанчик, карпик. И в завершение моей сегодняшней рыбалки отличный здоровенный карась. Ну а на этом, друзья, мы будем с вами прощаться. С вами был я, Юрий Хохлов. Скоро увидимся. Пока!